привет! Сегодня у нас будет с вами такое коротенькое видео, в котором мы с вами рассмотрим палеточку новую от Essence. Вот такая вот «Земля». Как я вам уже рассказывала, это одна из четырех стихий, которые вышли в этой линеечке. То есть всего четыре палетки. Вода, земля, огонь, воздух. Мы с вами будем смотреть «Землю». Она мне понравилась больше всех, потому что здесь мои оттенки, плюс интересный зеленый. В палетке два матовых, это вот такой и вот такой, остальные шиммеры. Сводчи я покажу вам в процессе этого видео, и мы с вами начнем краситься, как всегда, со светлого матового, ничего нового. Сразу хочу показать вам помаду, какая у меня на губах. Она, наверное, уже не продается. Но очень красивая, такая ярко-весенняя. Это помада Catrice 440 оттенок. Ну, мало ли, может, на каких-то сайтах есть. Она называется Ultimate, но матового ничего нет, потому что она какая-то глянцевая. До сих пор приятно пахнет, хотя она уже не новая, эта помада. Да, она просто глянцевая, кремовая. Не знаю, почему Ultimate. Видите, даже блестит. Какая красивая. Как моя кофта. Одно время даже хотела я от нее избавиться. Хорошо, что я хомяк такой жадный, и я не стала избавляться, думаю, вдруг потом захочется. Смотрите, как сейчас сижу, в каком восторге от помады. У меня так иногда с фиолетовыми оттенками бывает. Думаю, ой, господи, ну зачем они мне? Надо быстрее выкинуть. Лежат тут, место занимают. Я же нюд люблю. А потом вот бывает, раз что-то щелкнет, и вот хочется именно фиолетового. Поэтому не спешу вот я расхламлять помадки свои. Еще, девочки, что хочу вам я рассказать. У меня есть в использовании вот такая вот пудра-тональный крем от Art Deco. Странное средство, это не пудра, это крем какой-то, крем твердый, скажем так. Но дает такой натуральный эффект на лице. Понятно, что у меня здесь сейчас бронзер, хайлайтер есть, скульптор. Румяно-бледный, поэтому их особо не видно. Вот когда только вот этим воспользуешься, такое впечатление, что мало что перекрыто, даже там красные прожилочки, сосудики, все видно. Когда лицо доделаешь, то я еще пудрой сверху не прошлась, то получается, что у тебя какой-то натуральный вид. То есть нету перегруженности, вот ты смотришь в зеркало, нет перегруженности, что ты видишь вот в каждой поринке тональник, то есть какой-то эффект маски, вот этого ничего нету. Поэтому кто вот все время боялся вот таких вот средств, я их недолюбливаю, если честно. Вот для меня до сих пор идеал — это стандартный тональник в пузырьке. Но вот это дает действительно натуральный какой-то. И я, видите, уже сколько здесь истратила. У меня есть еще второй. Как я уже говорила, мне повезло в подружке купить в корзине. Тогда еще 69 рублей стоили. Представляете, тут вот сама упаковка Art Deco сколько стоит, сам крем. То есть Art Deco — это такой вот масс... Как это? Средний ценовой сегмент, который уже к люксу стремится. Прям очень даже не бюджетный бренд. Так, ну что, приступим мы к косметике. Как всегда... Сейчас... Так, зеркало не взяла. Я зеркало свое забыла, любимое красненькое. Буду вот-вот смотреться. Мы быстро с вами накрасимся, я так думаю, что это не составит труда особого. Хочу зеленый использовать, но не пойму еще, куда его пристроить. Сверху или внизу, как акцент подвести. Помада у меня красная, потому что я знала, что макияж будет нюдовый. Ну, вот, судя по палетке. Поэтому взяла красную помаду. Вот. Наверное, вниз я сейчас зеленый сделала. Обычно так голубой, голубым подводят глаза. Зеленый тоже яркий. Почему бы не попробовать, да, таким образом не использовать. База, как всегда, от Essence. Макияж начинаться будет, я так понимаю, вот с этого оранжевого, который в центре. Потому что он единственный матовый. Ну, или просто уже без обозначения складки макияж можно еще делать. Я попробую все-таки этот оранжевый пристроить. Посмотрим, что из этого получится. Да, он не слишком пигментированный, его можно легко пристраивать в любой макияж. Нравится мне, как ложатся тени, что-то они как-то не разлетаются в разные стороны. Как вот недавно я... Новинку тоже тестировала.
Оттенок был, ой, вернее, палетка называлась Out in the Wild. Зелененькая такая. Ну, там, правда, был шиммерный оттенок, а здесь просто матовый. Можно его наслоить, видите, он сейчас не таким не сильным слоем, я чуть ниже опущусь и понасыщеннее попытаюсь вот здесь сделать. Ну да, вам уже видно. Видите, такой оттенок, вроде он блекловатый, но его видно. Как я уже говорила, я купила тени на Beauty Home. Не забывайте пользоваться моим кодом для скидки. Он всегда в инфобоксе. Непонятно, то ли этот сайт Beauty Home закрывается, то ли не закрывается. Потому что там новинки появляются. Если бы он закрывался, тогда зачем закупать, да? Как какое-то странное поведение. Может, они просто сменят название, непонятно. Так, ну что, еще чуть-чуть внизу давайте сделаем оранжевым. Пройдемся. Много светлых жирных шиммеров. Здесь хорошие мягкие шиммеры. Я думаю, я возьму сейчас вот этот золотой оттенок. Будет контрастно хорошо смотреться с оранжевым и зеленым. Такие сияющие металлические здесь шиммеры. Мне понравилось качество этой палетки, хотя она стоит дешевле, чем вот эта зеленая Wild, которая дикая. Но там палетка сама, видимо, как дороже стоит, что ли, ее выпустить. Она побольше размера. Так, теперь мы возьмем чуть-чуть посветлее в уголок. Это вот такой оттеночек. Очень жирный шиммер. Смотрите, прям блестит сразу как. Хорошая палетка. Вот не поймешь, да, качество. Дешевле палетки, лучше по качеству, чем чуть подороже. Оранжевый почти скрылся. Плохо наслаивается. Сейчас другой кистью попробую. Но если все равно бледный, ярче не станет. Но мне, по сути, и не надо слишком ярко, я не хотела. Вот так. Сейчас я зеленым буду делать в нижнее веко. Зеленым шиммером. Он такой яркий, красивый. Видите? Если толстый подводишь, уже некрасиво, надо прям тоненькую линию. У меня немножко получилось не тоненько. Сейчас я белым замажу. Хочу еще оранжевым внизу, чтобы была у меня чуть-чуть видно оранжевым за зеленым. Как бы растушуем оранжевым вот этим оттенком. И еще хочу попробовать коричневым сделать в уголке. Вот здесь. Это шиммер темный. Очень мягко ложится. Можно за место карандаша использовать. Классный оттенок. Это вот этот крайний. Обалденный. Моментально разносится. Такой ласковый, какой-то кремовый. Очень хорошие, девочки, качество палетки. Даже не ожидала я от нее. Ничего особенного не ожидала. Причем он накладывается уже на другой оттенок. Наслаивается. У меня же тут уже золотой. Я, получается, золотой чуть-чуть закрасила. Ну да, можно уже делать... Можно тушь уже делать. Сюда хорошо бы зеленый слизистый карандаш подошел, именно зеленый. Сейчас мы его сделаем. У меня есть от Essence зеленый карандаш. Чтоб не было сильного как разрыва между цветами.
И что? Интересно, у меня даже сегодня ничего не насыпалось под глаза, я не вытирала. Сейчас я еще чуть-чуть использую фломастер коричневый. Здесь вот подведу немножко. Вообще здорово получается, когда подведешь. Макияж такой глубокий. Я тут всех думала, у меня будет нюд-нюд, а когда коричневый взяла, у меня сразу макияж яркий стал. Фломастером быстро так этим пользоваться. Вот подводка, особенно где мягкая кисточка, так быстро у меня не получается. Все, надо делать ресницы, потому что без ресниц не получается. Хорошо не получается. Тушь Oriflame 5 в одном. У меня в этот раз будет. Она какая-то скромная такая. Вот никак она не раскрасилась. Знаете, вот чтобы делать эффект такой, как вот от туши Essence принцессы. Все что-то такое скромное, как будто вот идешь в банк на работу. Мне так и не очень нравится. Я люблю ресницы, чтобы были прям длинные. Я думала, когда ее открыла, думаю, может, ну, пройдет время, она лучше станет. Нет, так вот, как была какая-то скромная, так и осталась. А на нее столько восторженных отзывов в свое время я слышала. Прям люди, не знаю, в восторге были, а вот мне не подошла. Даже не понимаю, а с чем восторг этот связан? Как ее нахваливали? Может, кто-то любит скромненькие реснички? Да, она неплохо разделяет, но я люблю, чтобы помимо разделения был объем и длина. То есть мне надо все сразу. Все 33 удовольствия, чтобы сразу были. Ее, когда наслаиваешь, например, второй раз уже начинаешь, что да, дело лучше выглядит уже значительно. Ой, как красиво, девочки, как все сочетается, зеленый, оранжевый, золотой с коричневым. Очень хорошее сочетание цветов в палетке. Я прям вообще от нее очень даже довольна, под большим впечатлением от нее. Почему мне так зеленая Wild, вот эта Out in the Wild не понравилась? Как-то тяжело было красить, столько сыпалось. Наверное, надо еще какой-нибудь макияж будет сделать. И, может быть, лучше получится у меня. Возьму ее в косметичку, ту палеточку, и буду краситься, потом вам расскажу. Ну, вот так вот выглядит готовый вариант. Давайте я поближе вам покажу все это дело. Золотой, коричневый, зеленый внизу у меня. И оранжевые сверху. Как вам нравится? Мне кажется, что довольно-таки необычно это все выглядит, особенно вот зеленый, ярко-зеленый. Делает какую-то яркость, макияжу придает, да, так это все как-то не броско, а вот эти оттенки сверху, которые. И в то же время здорово, потому что оранжевый дает яркость, вот которая в складке. Классные тенюшки. И вот этот оттенок, прям как сливочно-матовый какой-то, он так разносится. Даже ничего не летит никуда. В общем, не знаю, девочки, как остальные палетки из этого выпуска. Но вот это прям огонь. 590 рублей плюс скидку можно оформить. Я уже говорила по коду, например, моему. И смотрите, как оформлено. Здесь на магните сделано конвертик такой. Сама маленькая палеточка, удобненькая. Вот так вот раз, захлопывается. Прям супер. 7,2 грамма на 9 оттенков. Они меньше грамма будут. Ну, в общем-то, зачем их много, да? Получить удовольствие от новинки. Покраситься какое-то время. И все. И перекинуться на новенькое, как мы любим делать. Все, сегодняшний будет обзор у нас не длинный, да, мы с вами все посмотрели. Следующие обзоры будут посвящены палеткам. Вот под Маград у меня приехало их 4. Две больших палетки и две на 4 оттенка, которые Special Shades. Так что нам будет с вами чем заняться. И жду ваших комментариев. Ставьте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь, пожалуйста. Мы с вами обязательно увидимся в ближайшее время. И вам всего хорошего. До скорых встреч. Пока-пока.